Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область. В аэропорту Кольцово главу государства встретили Евгений Куйвышев, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе и руководители силовых ведомств. Как сообщается на официальном сайте президента России, Владимир Путин примет участие в открытии международной промышленной выставки «Иннопром-2017», которая пройдет в Екатеринбурге в восьмой раз. Темой выставки станет «Умное производство. Глобальный подход». Страной-партнером выставки в этом году выступает Япония. В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на «Иннопром-2017» свои торгово-промышленные делегации. Артемовский городской округ на «Иннопроме-2017» в очередной раз будет представлен Артемовским машиностроительным заводом «Винпром». Напомним, в рамках 7-й международной выставки «Иннопром-2016» в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева был подписан договор о сотрудничестве между АМЗ «Винпром» и индийской компанией «СРБ International». В соответствии с условиями договора компания СРБ International представляет интересы Винпрома на рынке Индии. В ходе рабочей поездки глава государства посетит спортивный комплекс «Датсюк-Арена». Ледовый дворец был построен в Екатеринбурге на средства президентского гранта, полученного командой «Неоплан» за победу в турнире ночной хоккейной лиги в 2014 году, а также на средства областного и местного бюджетов, на ледовых площадках и в специализированных тренажерных залах хоккейного центра общей площадью 6000 квадратных метров. В настоящее время обучается 600 юных спортсменов.